Здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен Карн и игра Resident Evil 6, в которой мы, я надеюсь, в этой серии хотя бы не будем истерично ржать, потому что иначе мы эту игру не пройдем никогда. В общем, пойдем вперед, да? Да. Да. Чё-то не поздоровался. Так я за тобой не успеваю. Да, да, сказал да. Бы там, капитан пока, Брюс, пока. Так вот, с дрободан-то, а? Все, в этой серии я буду серьезнее кирпича. Ну-ну. Нефиг со мной шутки шутить. Я серьезный, Крис. У нас серьезные проблемы. Такое хорошее место, чтобы взорвать гранатометом. Ну и дробовик тоже сойдет. Зови тут норм. А я исполнила свое желание. Какие виды. Так, перезарядка. Эх, китайцы. Эх, японцы. Ой, у меня тут... Я не помню, я говорила? Нет, не говорила. По-моему, говорила то, что у меня около дома айкидо есть и курсы японской каллиграфии. И курсы японского. Там все в одном. Офигеть, блин. Я теперь прям даже не знаю. Айкидо я, наверное, не осилю. Я заскучаю, скорее всего. Айкидо. Тхэквондо. Вот я бы на борьбу пошла, знаешь, на бокс. Вот вообще хорошо. Айкидо, наверное, не знаю. Я ленивая жопа, мне будет лениво выйти из одной парадной и дойти до другой. Чтоб меня там потом по щам начали бить. Хотя там клёво, там, знаешь, приемы вот эти вот, как от ножа уйти, там бла-бла-бла. Ух. Я прям не знаю. А мне норм, я дома сижу, никуда не вхожу, все, никаких проблем. А я с работки поздно иду дворами. Не страшно. Загрузочка, давай уже. Я вот только думаю, нахрена я пойду на японский, если я могу пойти на курс английского. Это и то полезнее будет. Зачем ты можешь... Зачем ты пойдешь? Ладно, все. Сейчас он договорит, и ты сможешь сказать так, чтобы быть. Кстати, это не то самое место, где мы потом на втором этаже с Леоном встретимся. Чё-то как-то да. Ведь склады... Ну, это, по-моему, они сейчас... есть. Вот они. Ага. То самое помещение, где мы серию начинали, помнишь? Сейчас я не пойду. Ой, верхом. Самое главное — обогнать этих лохов. Не дать им успеть на лифт. Alpha Team to HQ, come in. We're in pursuit of Ada Wong. No use hiding, Ada. Не спрячешься, Ада. И спрячешься. Вон они. Голенькие. Ну, то есть, голенькие в капсулах. О, Хелена. Соскучился. Её голос. Оу. Нет, поздновато. Блин, ненавижу. Ненавижу это дерьмо. Стреляй же! А, черт, точно. Точно ж, я же забыла, что здесь стрелять нужно. Я думала, уворачиваться попереть. А те лохи, смотри, там страдают. Быстрее. Ага. Нет, они опередили. Те лохи, смотри, страдают. Говорил же, беги бегом. Да я не сообразила что-то как-то. Мы остались без лута, без дополнительных патронов. Ломай двери теперь. Погоди, сейчас... там что-то. О, это лестница, я помню ее. В компании Леона. Ну. Она упортая. Да. Упортая лестница. Ну как, ты сейчас пройдешь теперь? Нет, с ним. А сейчас мы должны будем хацкерить, да, как и эти. Вот. Там что-то ломать. Уклоняться от мин. Ой, хорошо бы нет, а. Да. Черт. Нет. Отстой. What the hell is all this? Keep your eyes peeled. Who knows what this bitch has in store?
Я опять буду взламывать, да? Ой. Такие, никто быстрее дойдет, знаешь? Ой. Вон она, вон она! Ух ты, ё-моё. Фига. Что-то я сделала. Ну, мы хотя бы тут должны постараться, давай им. А, слушай, точно. Надо же это... подойти? Нет? Понятно. А, да, давай рожай. Сколько может тебя ждать? Главное, защищай меня от них, чтобы я смогла дверь отлокировать. Да я уж постараюсь. Да уж, постарайся. А, отсталой, опять эти козявки. Давай, главное вот так их активировать и сразу убегать. Там-там-там-там. Активировать, убегать. Активировать, убегать. Ха, Хелена там. Хелена стонет, ей больно. Больно Хелене. А ты радуешься, да? Ах, какой жестокий. О, да, действительно стонет. Ты давай там ломай, не отвлекайся. Ой. Ой, блин. Я забыла, как это делается уже. Я подломала немного. Сейчас меня тоже подломает, я чувствую. Блин, что ж такое? С Хелена у меня лучше получалось. Я, может, отвыкла просто. Чё-то у нее ручки половчее были. Да. Нормально. Один готов. Ой, сейчас меня подорвет. Блин, больно. Ауч. Сейчас они все на тебя... Ой-ой-ой, к тебе идет. К тебе идет, взрывайся. Да ебаный мать. Сейчас. Эть. Оп. Давай. Вот форнер какой-то, я не знаю, как это можно описать. Так, два. Сапер, черт возьми. Кто лучший сапер? Крис Редфилд. Вызывали? Давай, ломай. Еще один остался. Я сейчас стрелять начну. Режь красный. Ей! Так, еще чуть-чуть. Ой-ой, еще чуть-чуть. А, Пирс! Куда ты побежала? Ей! Я молодец. Пирс все-таки лучший хакер. Как-то не странно. Мы же в нулевой, да? Хз. Смотри. Ой. Что? А те соплички там остались, да? Фу. Фу. Фу-фу-фу. Соплички. Я же говорю, те самые склады. Как ты там сказал? Я вангую, да? Ну да. Все так говорят, судя по Walking Dead. Как тебе, кстати, игра? Несколько таких странных моментов, но так, найс. Nice. Чё он такая быстрая? Как он так на каблуках-то бегает? Сволота такая. Это ада. Не, чтобы остановиться и выстрелить бы в них, да? В нее. Да. Странные мужики. Ну, как такую красоту можно... Молча. А ты бы выстрелила в Леона? Ну, сравнил жопу с пальцем. В чем разница? Разница в том, что Ада злодейка, и в нее можно стрелять, а он свой. Он убил президента. Здрасте. Ничего не знаю. Президент он убил. Ей, заставка. Загрузка, какая заставка? Сейчас будет заставка. Загрузка сперва, а потом заставка. Ничего не знаю. Ладно, ладно. А четвертый сезон Walking Dead уже смотрел, нет? Нет. Я жду, пока там накопится серий. А, ну правильно. Ну, чтобы, знаешь, посмотрела первую серию, засвербила и ждать потом очень сильно неохота. Ну, ладно. Я тогда вообще ничего по этому поводу говорить не буду. Да, пожалуйста. Адусик. Адусик. Какого хрена, Леон? Как можно было бить и не заметить, с кем ты дерешься? Это очень странно. Ну а как, если он не видел? Что он не видел? Где глаз? Доброе утро.
Леон. Бухать надо меньше, ребят. Хелена? Пирс? Пирс, Хелена. She's the one who did all this! No, it wasn't her, it was Simmons, the National Security Advisor. I lost all my men because of her! And I lost over 70,000 people, including the President, because of Simmons. Gav, 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 gav. She's working for Neo Umbrella, you know what that means? Yeah, I do. And you're still going to protect this woman? I am. We need to kill POW. Captain! Женщины рулят, да. Стрелять ей надо было по ногам. И по рукам. Кабель. Я тут застрял. All right. BSA will handle Ada. You take care of Simmons. Chris. I know you'll do the right thing. Just make it a break for the harbor. Get it. Hey Pierce. What you said about me hiding from my past. You were right. Captain? Catch up to her? Won't stop until I do. Покатаемся. О, я за рулем, это плохо. Да, здравствуй, Resident Evil 5. Я помню покатушки на этих хаммерах. Со стрелом. Ребята, я очень плохо вожу. Сейчас будет давай, очень давай. Болезненно. Давай, давай, все будет. Все будет норм. Мы хотя бы теперь над тобой постебемся. Чуть что. Да? Ну, я не затмлю капитана пересду, поэтому... Нет, вряд ли. Ну, поржать, да. Ну, я сейчас буду любить по-страшному. Не умею водить вообще. Вспомни, как я водил. Пирс Ниббинс. Ada Wong is moving south towards the military port. Advising all personnel to be on the alert. Как-то мы поспеваем. Ой. Don't bother, we can handle this. А как, кстати... Оу. Фига! Мы предупреждали, что здесь так можно. Да подожди, я разбираюсь. Китаец едет, я по нему стреляю, он такой... А, вон оно что дело. Что? Блин, ну подождите, мне только вот под конец высветилось то, что газ — это левая кнопка мыши, прикинь. Но она же направляется в порт. Его водят лучше. Ну, извините. Джейкоб был на мотоцикле, а я на этом драндулете. Мне к тому же... А, нет, высвечивалось, видать. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты хоть там стреляешь, не знаю, в кого-нибудь? Дурацкие аркады. Я не знаю, я просто трачу патроны. Ну а чё, раздают. Так, мне надо напрямую линию выехать. Вот так, блин, нет. Блин, прямое мне дайте какое-нибудь пространство. Конечно, прямое, да. Китай, прямое. Но мне надо как-то газануть нормально, чтобы поспеть. О! Нифига себе! Помогите кто-нибудь. Так, давай, ускорение. Ух ты ж. А зачем тут автомат тут вообще? Без понятия. Может сейчас мне давай! Каких-нибудь врагов. Блин. Мочи ее, мочи! Не, ну это бред, конечно. Я бы уже давным-давно шины прострелил. Где реализм? Его что нету. Это за аркада, я не понимаю.
Ну да, туповато. Вау. Оу! Фига, машина даже не пошевелилась, блин. Ускорение тут довольно убогое. Ладно, я еще, по-моему, кого-то взорвал. Или да, убирай их с моего пути. Ибо нефиг. Я просто не понимаю, у них нет, знаешь, этих аркадных иконок над машиной, сколько у них здоровья, поэтому я не ориентируюсь. Машина как-то очень упорно едет. Знаешь, как будто бы это не машина, а я не знаю, что это вообще. Машина так не ездит. И когда я в кого-то врезаюсь, вместо того, чтобы мы там остановились, перевернулись или еще что-нибудь, мы просто тупо едем дальше. Мы как танк. Я знаю. О-то-то-то-то-то-то. Это как-то ненормально! Занесло. Нормально. Я так в NFS водил. В андеграунде. Ну здесь поворотник такой, знаешь. Ой-ой. Ты просто его взрываешь. Я тебе говорю, блин. Ра-ра-ли-ра-ро! Танки. Ой-ой-ой. Я просто, знаешь, тупо без остановки жму на левую кнопку мыши и периодически нажимаю пробел. Очень весело. Ну, по крайней мере, мне дали хоть немного отдохнуть, пострелять. Да, безумно весело. Все очень весело. Это какое-то ускорение, непонятно откуда берущееся. Это же закись азота, да? Веселуха, безудержное веселье, блин. Пошли. Хорошо едем, да. Ладно, хоть контрольная точка. Еще что ли один заход? А, нет, все, смотри. Ах, сволочь. Упс. Нет, гонка продолжается. Куда там? Ну, это сейчас, видимо. Чего? Поезд. Ну, я молодец, я же не дура, чтобы по рельсам ездить. Трам-там-там. Уху-ху, ой, стеночка. Ой, еще раз. Что-то как-то. Давай, дрифтуй, давай, едь. Не могу, у меня уже все пропало. И ускорение, и вот это все, короче, у меня даже вон машина замедляется. Заряжайся. Ты должна сбивать других врагов. Все очень тихо. Что-то как-то тут все тихо. Как-то. То есть темно. Вот я о чем и говорю. Мы где-то в страшном месте в каком-то. Воу! Нормаль! Ой, а что так резко-то? И в нас никто не попадает. Это вообще угар. Попадает, ты посмотри на здоровье. Ой, черт, я случайно нажал. Я имею в виду в нас, нам, в голову. Блин, я туда не могу. Это удивительно вообще просто. Вместо того, чтобы стрелять в голову там кому-нибудь. Мне просто стреляют. Сейчас так, попадаемся. Не, ну эта миссия, по-моему, упоротая вообще какая-то упоротая. Дебильная. Я не знаю. Я не знаю, куда мне ехать, честно говоря. Вот. Подобное задание в сценарии с Джейком было намного круче. Ну там, потому что динамика была, а здесь едешь непонятно. Не, ну капец, ни хрена не видно, что за стоянка такая, что за парковка. Приехали. А, нам ну, еще нельзя сразу. Hey, о! Черт! Нет! Все же хорошо было. Сейчас капитан Перезда покажет, как нужно кататься. Уже показал. Начинается веселье безудержное. Ух ты, нифига, смотри, что делаешь. А то. Как тут ускоряться? Пробел. Только синенькое там внизу справа смотри, чтобы было синенькое. Оно пополняется периодически. Левая газ, правая тормоз, да? Да. А, пробел в три. Только держи левую обязательно всегда, чтобы я ехать нормально. Оп. Ух. Ух. Oh, goodbye, my love. Да слышь ты, блин. Goodbye. Аря. Да ну как-то уныло, если честно. Вот именно. Ну, знаешь, у нас хотя бы трабов никаких нет, фейлов и прочего. Ну, хоть на том спасибо. Да, ну,
если мы еще хотя бы 5 минут будем так кататься, это все, удаляй. Игру. Иди сидеть и плакать в душе, да? Пандочка и горки не помогут. Не вытянут они. Я буду уже после этого сидеть на пандочке. Точно так же качаться. А, ты можешь ехать прямо? Можно на прямой дороге. Я уклоняюсь от снаряда. Ты дурак, что ли? Я же в них стреляю. Пытаюсь, по крайней мере. Блин, а? Логика у человека. Что это было там? Нормально едем, что тебе не нравится. Ты это, газуешь, что ли? Мы очень далеко от нее. Да газую я, как могу. Слушай, ты, случайно, механику не учил? Нам бы подлечиться немного. Ремонтировать. Опс. Подойдите. Еще раз. Я уже думала, врежешься, если честно. Да кто это делает? Это ты, сволочь такая? Ой. А чуть-чуть, как она ушла? Чё ты стреляешь, хороший? Приехали. Я жал, что есть моча. Ну ладно, мог, кстати, ускориться, но считал, что надо бы на ровной... Не-не, я уже потом плюнула и ускорялась на поворотах. В начале даже поворота, знаешь, что так было. Ладно, хорошо. Хотя бы нам вернули всю полосу здоровья. Это хорошо. Стреляй по ней, стреляй. Да я пытаюсь, все не попаду. Она заскриптованная. Черт. Да блин, фиг для отдачи. Ой, как там это около них оказались? Ой-ой-ой. Да блин! Да слушайте вы, первый, второй, нет, не второй. Короче, я буду стрелять, просто даже не переставая, потому что смысла нет. Ну там перегрева вроде нет. Да? Что самое интересное? Все упростили, даже в пятой части, по-моему, был перегрев. Угу. Даже в пятой части был перегрев. Давайте ускоримся. Ну, выглядит это, конечно, шикарно. Лучше бы здесь, кстати, ускорился, вот тут на открытой. Сейчас к нам приедут. Откуда-то. Оп! Сейчас пойдет ускорение. Ла-ра-ри-та-та-ра. Не догонишь, не догонишь. Нас не догонят! Ей! Сряжайся давай скорей! Сряжайся! Какой-то бессмертный этот. Да, на своем драндулете мы ее как-то не шибко догоняем. Ра-та-та-ра-та-ра-та-та. Да-да-да. Стой, женщина. Ура, мы доехали. Воу. И типа мы туда сейчас влетим? Genius. Спокойно такая вышла. Почти. Хреново что-то как-то мы. Ну ладно. Неважно. Неважно. Да. Неважно. Ничего не говорить. Конец главы 3. Сколько их там всего-то? 5. А так, убийца Джао я хотел. О, да. У меня, знаешь, ровно 29 тысяч очков умений, и я купила как раз ровно за 29 тысяч огнестрельное оружие уровень 2. И у меня теперь 0. Я неудачник. Стоп, улучшай, да. Хорошо, огнестрельное оружие 3, убийца Джао 2, критический удар 3. Есть, я готов, поехали. Вперед! Безудержное веселье продолжается. Погоня, перестрелки. Мать его. Дальнейшие приключения капитана перезды смотрите.
В следующей серии, блин. Не, ну смотри, мы на какое-то судно попали. Это что-то новенькое, это уже должно нам понравиться. Потому что новое... Cold Fear начинается. О, точно, да. Да вы заткнётесь, там уже. Аф-аф. Ой. I'm good, captain. Ну нафиг. И убежал такой. Вот так. Опа, пара-пара-пара-пара-пара-пара. Что это? Ух ты, что нафиг это судно? Валим отсюда. Там оружие лежит большой и толстый. Так, где моя снайперка? Вот она, кстати. Господи, вот моя винтовка, господи. Ты не наблюдаешь? Какун. Careful. These enemies are different. И пули такие свистят. So these are new Umbrella's finest, huh? Чё там, зеваешь, что ли? Я в раю. Это полуавтоматическая снайперка. Да-да-да-да-да. Подожди. Чего нужно солдату для счастья? Ра-ра-ра-ра-ра. Сейчас вы мне все поплатите, сюрруды. Ну-ка, как тут? А, здесь нету этой, жалко. Ой, а как я пропустил это? А чё ты вечно пропускаешь ящики всякие, подобные, траву? Я стремлюсь убивать. Вот. Слушай, как тут приблизить? А, капслок приблизить, вот, найс. Убивать! Оп-оп-оп-оп-оп-оп. А, косоглазые уроды. Хей! Вы там живы остались? Нет? Вы умерли все? А, вон еще один остался. Нуп! Вот! Та-та-та-та. Я мастер уклонений, блин. Почти. Так, где? Откуда я что-то наблюдаю? Кто стреляет? Да здесь снайперы, уроды. А, вон он. О, как Я попала! Я попала! Не видно нифига, по глазам, знаешь, красным ориентировалась. Аналогично. Еще дергается так рука. Так где тут, говоришь, ящички были? Ну там что-то спустись, посмотри. На столе. А, это. Сейчас перезарядку. Перезарядка — это святое. Так, автоматическая, крупнокалиберная. Простите. Что-то она как-то очень медленно идет. Не торопится явно. Да вы откуда появились прям под носом? Дурацкие катсцены рожают передо мной врагов. Нифиг уходить от компаньона. А я чё, я ничего, я пошел автомобиль осмотреть. А я чё, а я ничего, ла-ла-ла. Надо было им, да. Вот надо было. Вот надо было ей уйти. Вот надо было нам попасть. Да, слушай, а как... Вот у меня проблема, как спуститься вниз? Сколько техники оставить, а мы ей даже не воспользуемся. Вот надо нам идти вперед. Скажи-ка мне, как тут спуститься вниз? Я немножко запуталась. А, все, нашел. Вот иди прям за мной, спускайся вниз и выходи. Иди прям за мной, гениально. Как тут спуститься? Иди прям за мной. Все, я нашла свой путь. Ты издеваешься? С парнем сейчас боссик какой-нибудь будет в этом большом-большом зале. Никакого босса тут не будет. Что мы можем сделать? У нас есть танки. Так что... Это не у нас танки, в том-то и дело. Как не у нас? Правда не у нас? Че, у нас что? Что такое? Ладно. Нахрен это дерьмо. Я пошла отсюда. Ой, привет. О, пока. Больно. Однако. Больно. Опа-попа, что это? Рукатый. Так, меня терзают смутные сомнения, сосун. Что... Да. Я... сворачивай
Господи, где ты? Ты сверху, да? Да, где-то там прикрываешь меня? Ой, как же у меня в глазах плывет-то. А где ты? Прокатили еще. Ну, вон. Можешь вниз в спускайся. Зажать. Вниз спускайся. Так в каком низу? Я уже ниже не спущусь. Иди ко мне тогда, вот правее. Зачем мне к тебе идти? Я должен вверх идти, вперед. Ты вперед должен... Нет, вот сейчас куда ты идешь, беги, вот прямо так и беги. Я так и иду. А, то есть ты тут пробежала, да, уже? Они... Вообще, у нас отличный кооператив. Ну ты убежал вперед, я думал... Бежишь вперед, бежишь вперед. Давай, идем, иди сюда. О, здрасте. Вот вам со спины, пожалуйста. Бежишь, меня тут сбьют. А ты первый убежал вперед, ничего не знаю. Бежишь вперед, уже ждешь меня. А как, где враги? А, слушай, слушай, подожди, подойди ко мне. Подойди ко мне сюда. Во-первых, вот здесь вот прячется одно рыло. Даже два уже. И во-вторых, нам указатель вот сюда указывает, а не в ту дверь, куда ты ломился. Плевать, я хотел на указатель. Где реализм? Я хочу в другое место пойти. Ты хочешь туда? О, проклятый режим. We need to kill BLW. Эти красные глаза меня убивают. А я сейчас. Не. Сосунки. Сюда иди. Что? Что? Так. Ей, лут. Тебя не дождешься. Защи, не говори. Обожи, я убиваю. Я в танке, да? Я в домике. Так что, куда? Налево, направо? Ну, не знаю, направо мы пойдем, наверное, заперто будет. Придется налево. Давай, давай. Давай сразу налево попробуем. Чтоб не возвращаться. Я... А ну, чего бы нет? Теперь я теперь жду. Ла-ла-ла. Врываемся. Симпатяшка, симпампашка. Ух ты, не подходи к нему, он сейчас взорвется. Да что вы говорите? Надо было тебе патроны на него тратить. Ну что, красиво, зато эффектно. Бум. Ой, кто там во тьме? Никого во тьме? Слева что-то происходит. Я чуть не поняла. Здесь только что был лод. Он исчез уже. Это не очень хорошо. Так, ладно, а зачем нам этот пароход? Ах, ух ты, понимаете, здравствуйте. Чтоб собрать. Какие-то, знаешь, чувачки из кризиса. Да вообще. Ой, я помню, мне в свое время кризис первый, когда он только вышел, и он мне нифига не шел. Потом я кое-как его прошла на самых низких настройках, потому что у меня комп был гауно. Но я прошла, я была пипец как разочарована. Это просто не передать словами. В основном финалом, знаешь, когда я думала то, что о, наконец-то что-то интересное началось, игра взяла и закончилась. Не знаю, не играла в первый кризис. Вот, да. Знаешь, поиграть стоит, но такое разочарование потом приходит к тебе в самом конце. Да какое разочарование, там графон. Да, конечно, графон, он не спасает. По джунглям мне бегать, конечно, нравилось, но там, знаешь, очень было похоже на первый Far Cry, пока джунгли были. А потом, когда ты думаешь, о, блин, наконец-то что-то оригинальное, там пришельцы уже все пошли, взяла игра и хоба, и закончилась. И, короче, все было очень... Far Cry, я помню, ты наоборот говорила, что тебе нравилось поначалу, потом, когда пришельцы, да, пришли, то все. А вот Far Cry, да, когда появились эти бубуины, мне игра резко разонравилась, играть вообще никакого желания, и я ее так и не прошла, честно говоря, первую часть. Я пыталась несколько раз, не осилила. Пойдем наверх, вниз? Я наверх хочу. Тем более нам туда и надо. Вроде как. Ух ты, ё-моё. Кто-то следит за мной. Эй, привет, чуваки, что вам надо?
Кто там светит мне глазом, как Саурон с вышки? А, наверху делают ничего. Я запугаю. Ой-ой-ой, они еще и стреляют, что ли, в нас? Сволочь, они стреляют, или это что? Ох, вы твари. Это смешно, конечно. Крис говорит, я иду вперед. А Пирс убегает вперед, он, я понял. Ну а что спорить с капитаном? И так всегда. А что спорить с капитаном, если он неадекватен уже давно, если он на пандах катается во время задания? А о чем тут вообще может быть речь? За мной стыдят. Ты нафиг никому не нужен. Ага, за мной стыдят. Я их спугнул. Это такой дебилизм. Не говори. Два ненормальных человека. Зато вроде живы остались. Чтобы остаться в живых, нужно быть психами. Я тебя жду. Да. Тяжело. Кстати, я предлагаю а на этом... А как Ада тут прошла? Не знаю. Магия. Давай не будем пока никуда нажимать, давай на этом серию закончим. Потому что как бы пора. Кстати, да. Спасибо. Что напомню? А, да, да, спасибо. Ну да, спасибо. Да, 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 мы в неадеквате. И этим все сказано. Спасибо, ребят, что посмотрели это видео. Resident Evil 6 рулит. Просто безбашенные перестрелки, погони, это все очень здорово. Как-то не сочетается, да? Смотри, Resident Evil, безбашенные перестрелки, погони, блин, короче. Мать его. Нахрен это дерьмо. В общем, увидимся в следующей серии. С вами был Карн и Seven Thieves. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, ставьте палец вверх. Всем пока. Удачи. Пока-пока. Написать в комментарии. Ну, то есть в личное сообщение. Буду, не буду проходить. Ура! Наконец-то дождался Резидента Ивила. Ивила. Так странно, когда люди пишут английское название русскими буквами. Это странно выглядит.